Дорогие друзья, мы представляем сегодня вот это дерево, это яблоня, в программе нашей инициативы Сочи, Прага, эстафету «Посадить дерево дружбы». И сегодня мы видим уже плоды той программы, яблонь, на которой готовые плоды, которые можно съесть, которые можно попробовать. Это продолжение программы, которая от российской стороны, посетить город Москву в программе ознакомления русскоязычных соотечественников, проживающих за пределами России, в программе «Духовные ценности России». И здесь инициативная группа, здесь представители старшего поколения, это родители, младшего поколения, это наши дети, которые поедут в Москву с 12 по 18 в рамках этой программы. Добрый день, я Людмила Хаблюк, руководитель имидж-центра «Делюкс», который находится в Праге на улице Мамности Миру, площадь Мира. И это не случайно. Здесь находится собор Святой Людмилы, я тоже Людмила. Продолжением проекта «Здравствуй, Россия» является сегодняшняя акция «Духовные истоки современной России». И в рамках этого проекта мы, как соотечественники, предлагаем свой проект «Посади дерево». Начат он был в прошлом году посадкой вот этих деревьев, которые вы видите на площади Мира. Название этого проекта было «От площади Мира к парку Мира». И мы бы хотели, чтобы большое количество людей нас услышали, поддержали. И так как я руководитель имидж-центра салона красоты в Праге, и одним из направлений нашего бизнеса является свадьба. И нам бы хотелось, чтобы наши пары молодоженов услышали нас и посадили этот саженец, символ любви, мира и дружбы.